праздники детям устроили конкурс рисунков на асфальте на тему «Моя страна – Кыргызстан. И дети хотят мира». За лучшие рисунки – специальные призы. Я нарисовала радугу. Рисунок означает «Дети – наше будущее». Я использовала много зеленого мела, потому что Кыргызстан – зеленая страна. Центр детского творчества представил зрителям концертную программу и постановку сказок. Также в ходе мероприятия мэр поздравил детей с праздником. Дети – будущее страны. Мы не только постарались создать праздничное настроение, но и организовали различные мероприятия. Гульчухра Кунчубакова – мама шестерых детей. Сегодня проводит время со своими чадами. День защиты детей стал для нее двойным праздником. Ведь с сегодняшнего дня увеличат социальные выплаты. С июня нам поднимают пособие до 1200 сомов за каждого ребенка. Подняли на 50%. Это было хорошей новостью для нас. С июня пособие детям, потерявшим одного из родителей, увеличат до 3000 сомов. На сегодняшний день мы сделали перерасчет и отправили данные в Бишкек. В честь праздника мэрия города Джалабад организовала праздник 300 детям из малообеспеченных семей и сиротам. Также около 600 детей с инвалидностью получили финансовую помощь от местных властей. Айзерек Акматова, Осман Уламсадырулу, Алмаз Сатаров, Алатау 24, Джалабадская область.